Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале о вязании. В этом месяце видео практически не было, всего два, наверное, вышло, это будет третье. Поэтому я решила отснять такое итоговое видео месяца, где расскажу вам, над чем я работала в течение всего июля. Июль был насыщенный и в плане хороших событий, и в плане не очень хороших событий, но будем надеяться, что все уже в прошлом, и дальше будем спокойненько работать в своей колье. Был у меня заказ в июле такой интересный, я вам только могу о нем рассказать, потому что меня попросили нигде не показывать фотографии, нигде не афишировать. У меня был заказ на 10 погремушек. Погремушки были по эксклюзивному, скажем так, дизайну. Заказчица прислала примерно, что она хочет для своего магазина, у нее детский магазин. И я ей сделала на пробу одну, ей понравилось. И вот у меня был заказ на 10 погремушечек, оптовый, можно сказать. И думаю, что в дальнейшем мы с ней будем и дальше сотрудничать. Но если, конечно, у нее эти игрушки в магазине будут хорошо расходиться. Но вот повторюсь, она попросила меня нигде не показывать, потому что у нее тоже магазин есть в соцсетях. И чтобы, ну, как бы это был именно эксклюзивный ее... эксклюзивные ее игрушки, чтобы никто не мог там другие, например, мастера связать подобие и так далее. Ну, в общем, бывает такое. У меня уже не первый раз, кстати, такое. И я давно не брала оптовые заказы, но в этот раз я с таким удовольствием сделала эти 10 погремушек. И я прям поняла, что я скучаю. Я, наверное, уже последний год не брала ни один оптовый заказ, потому что и так как бы много работы было. Я понимала, что если я возьму опт, то с заказчицами мне некогда будет работать с розницей. Но вот я сделала этот заказик, и я поняла, что все-таки мне нравится больше опт. Даже не в том в плане, что вот мне нравится вязать там 10, 20, 30 одинаковых игрушек, а в том плане, что ты один раз обговорил, что, сколько, в каких цветах получил предоплату и сидишь, работаешь там неделю, например, да, вот над этими 10 погремушками. Но я бы их и быстрее связала, но у меня там не было прям каких-то конкретных сроков, вот я где-то неделю над ними работала. И ты сидишь, работаешь, тебе не надо там каждый день переписываться, постоянно там цвета обсуждать и так далее, потому что работа с заказчицами, это занимает просто какое-то невероятное количество времени, и вот все-таки в этом плане опт, он прям намного удобнее. И я решила, что все-таки, если мне будут предлагать оптовые заказы, я буду их брать. В ущерб пускай таким заказчицам, но все-таки опт мне нравится больше. Я, наверное, тот раз, когда у меня был оптовый заказ, один из последних, где я вязала 60 погремушек, там буквально за 2,5 недели, если не ошибаюсь. И вот, наверное, я просто тогда свои силы переоценила, взяла слишком много на эти 2 недели работы, и поэтому у меня произошло такое выгорание на опт. Я зареклась, вообще не буду больше с оптом работать. Но вот время прошло, подотпустила, и все-таки мне опт нравится. Так, ну ладно, про это рассказала. Вот, к сожалению, не могу вам показать, потому что обещала нигде не светить. Ни в соцсетях, ни, соответственно, на YouTube тоже. Но игрушечки там были, зверьки разные тоже. В принципе, похожие на мои, как я вижу всегда, но чуть-чуть там с дополнениями, с отдельными детальками. Как-то так. Теперь давайте о том, что я могу показать. Так, штатив, прошу прощения. Ну, во-первых, перед поездкой на море я вам показала обезьянку, и было очень много запросов на мастер-класс. Поэтому по приезду в начале июля я сразу занялась обезьянками. Обезьянка у меня сейчас на броне, должны на следующей неделе забрать, ну, посмотрим. Не заберут, значит, выставлю на продажу. А обезьянка сидячая, сгинающиеся у нее ручки-ножки. Не скажу, что прям... мастер-класс
сильно много пользовался спросом, но тем не менее, как бы, кто хотел, приобрели. И в моем арсенале, в моем ассортименте появились обезьянки, потому что периодически у меня спрашивали, а вы обезьянок не вяжете? Я говорила, что нет, могу связать там по фото с интернета, там, например, да, или если вы там пришлете, вот хочу такую, найду мастер-класс, куплю на нее, если платно свяжу. Ну, вот как-то типа не вяжете, ну и ладно, не будем ничего тогда заказывать. Но теперь у меня есть обезьянка, и теперь я могу сказать, что да, я вяжу, и плюс погремушечка тоже вот такая обезьянка. Первый раз вязала на колечке, в принципе, мне понравилось. Я думала, это сложно, но ничего сложного абсолютно нет. И держится тоже хорошо. Мне нравится эта идея. Так, мастер-классы есть. Давайте ссылочки в очередной раз оставлю, если вдруг кого-то заинтересует, то переходите. Кстати, мне муж сделал сайт. Правда, он пока работает в тестовом режиме. Мы пока что смотрим, что там да как, что добавить, что убрать. Но тоже есть ссылка под видео. Мастер-классы там уже, по-моему, есть все. И потихоньку добавляет готовые работы. Но больше занимается он этим. У меня времени как-то на это совсем сейчас нет. Поэтому пока что в тестовом режиме, но сайт уже есть. Будет еще одно у меня такое детище. Дальше. После обезьянок навеяно морем. В прошлом видео я вам показывала, что у меня навеяно морем. Это вот такой забавный крабик. Крабик-тянучка. Тянутся у него глазки и щупальца. Вот у нас приходила знакомая в гости девочка. И разбирали, сидели игрушку. У меня спрашивали ВКонтакте, какие игрушки, в каких цветах тянучки больше всего пользуются спросом. Больше всего пользуются спросом яркие игрушки. Вот лягушка вообще просто заходит деткам. Сама яркая зеленая, плюс я вот еще делаю с желтым цветом. Вот этот яркий зеленый плюс желтый очень нравится детям. И у меня, наверное, уже в таких цветах было штук 5 лягушек заказано. В других, кстати, цветах лягушек не заказывали. Я только вязала сыну зеленую с синим, но, я же говорю, это он так захотел. А в заказах только зеленая с желтым, и больше как бы даже не рассматриваю другие цвета. Из зайца был заказ, тянучка тоже, ярко-сиреневый с ярко-желтым. Но жирафы вот тоже, они сами по себе как бы желтые, да, но он яркий цвет. Вот жирафов хорошо тоже берут. То есть получается, что и родителям, ну и, соответственно, деткам нравятся яркие, привлекающие глаза игрушки. Вот такого плана, тянучки. Потому что понятно, что, например, ну вот зайца с плюшку лучше заказать в нейтральных цветах, в постельных. А вот игрушки, с которыми предназначена играться, чтобы малыш был увлечен, как раз-таки наоборот лучше делать в ярких цветах. И вот мы с этой девочкой сидели, разбирали коробочку мою, и ее тоже привлекали. Я заметила, что яркие игрушки. Вот у нее как бы рука сама тянулась к этим ярким игрушкам. Поэтому вот имейте в виду, что в плане вот для детей яркие игрушки нравятся больше. Хотя вот если родители заказывают, например, малышам там, да, погремушечки какие-то, то они вот стараются такие вот нейтральные цвета выбирать, но детские ручки, детские глазки показывают совсем другое. Так что вот такой крабик тоже вышел мастер-класс. Очередная тянучка. Не знаю, будут ли в ближайшее время еще тянучки. Что-то мне не нравятся неприятные истории со сливом моих мастер-классов. Ну, посмотрим. Может быть, как-то все решится в лучшую сторону. Я вам обещала видео, но пока я не готова морально на такое как бы тяжелое видео с тяжелым акцентом, потому что там будет много негатива в этом видео. Так, это была еще одна работа серьезная. Вот 2 мастер-класса, даже 3, можно сказать, с погремушкой вышли в этом месяце. Дальше. Опять же, про мастер-классы. Я начала выкладывать. Очень много было вопросов, как я вяжу ладошечных этих малышей. Как вы можете заметить, у меня еще один новенький ладошечный жирафик появился.
И я начала ВКонтакте выкладывать такое как бы небольшое описание, как я вижу вот этих малышей. У меня там сейчас есть на единорожку описание. Я не знаю, делать ли это на YouTube. У меня есть это описание ВКонтакте, есть на Дзене. Давайте ссылочку тоже оставлю. В принципе, тело и голова у всех игрушек вяжется одинаково. Разное только оформление. Вот здесь там шею увеличила и ушки, рожки, мордочка. Там в единорожке, соответственно, грива, что там у зайчика ушки. Поэтому, если нужно в видеоформате по петельной, да, мастер-класс, то, в принципе, можно потратить на это время, снять. Я думаю, что деткам такие игрушечки будут полезны, привлекательны и вяжутся недолго, поэтому даже мамочка сможет связать своему малышу. Но пока вот они есть только в видео формата описания. Ссылки оставлю, переходите, кому надо, кто там просил. Я в мастер-классе указываю, что изначально идея это не моя. Идея это Светланы Поповой, надеюсь, что правильно называю фамилию, имя. Я сначала вязала просто по фото, связала свой вариант, потом уже она выпустила свой мастер-класс у нее на зайчика. Я в мастер-классе, там даже в описании, вернее, в своем, даже оставляю ссылку на ее именно мастер-класс, на оригинал. Ну, у нее там немножко по-другому все это, соответственно, вяжется. И мне кажется, наверное, у нее размер побольше игрушки получается. Потому что я так бегло просмотрела, у нее там, если не ошибаюсь, и рядов больше, и столбиков больше. Ну, если кому нужно, переходите там, смотрите. Но у меня получился вот такой жирафик, и постепенно я описание, как вяжу как ту или иную игрушечку, повыкладываю по вашим просьбам. И к жирафику связались шуршалки. Это бесплатный мастер-класс есть на канале, также ссылочку оставлю. И был у меня, была погремушка, вернее, жирафик. Вот такой наборчик получился. Сделала я это все под набор, потому что раньше я вязала жирафа в этот набор по мастер-классу Ольги Аскаровой. Там такой он побольше получается размером, но он, соответственно, подороже. А этот будет жирафик подешевле. И там уже на выбор покупателя, кому какой понравится, тот пускай и заказывают, скажем так, подешевле, подороже, то есть, соответственно, поменьше, побольше. Так, это вот такой наборчик. Дальше у меня заказ на осьминожку. Что-то у меня уж тут не помещается, давайте убирать подальше. Заказ на осьминожку вот с такими яркими. Ну, вернее, даже как, они не то что яркие, они вроде бы и яркие, но с другой стороны и нежные получились щупальца. Завтра буду отправлять этот заказик. Ну, что тут рассказывать? У меня их всегда много было в заказах, этих осьминожек. Тоже мастер-класс есть на канале. Если не забуду, то на все оставлю ссылки. Если вдруг забуду какие-то ссылки, то тогда пишите, обязательно повторю. И у меня решила я наконец-то заняться дополнением наборчиков. Вот лежит, например, вот такая осьминожка. Ничего у меня больше под цвет к ней не было связано. Я решила, что вот потихоньку буду в подобных цветах какие-то другие игрушки добавлять, чтобы если, например, вот спрашивают, что есть для мальчика, что есть для девочки, я сразу наборчик готовый могла предоставить. И я решила начать с грызунков, потому что грызунок у меня всего один в наличии. И вот к этому осьминожке я сделала вот такой грызуночек с облачком. И к погремушке зайки сделала вот такой грызуночек с цветочком, с листочком. Здесь вот я обвязывала так рельеф на бусины за одну сторону петельки, за заднюю половинку петли, и получились рельефные, будут и для пальчиков дополнительный массажик, и для десенок. Ну вот, вот так вот, вот такие у меня наборчики получились. Надеюсь, что я ничего не забыла рассказать, над чем работала я в июле. Теперь давайте немножко по планам. Как я уже сказала, не знаю, будет ли в ближайшее время новые тянучки.
Но знаю, что вот я вам еще обезьянку, тянучку, все никак не сделаю должна. Но я поняла, что уже это лето заканчивается, нужно про Новый год думать. А так как это год дракона будет, нужно драконов. И те года у меня хорошо расходились елочные шарики с символом года. У меня тигрят тогда очень много было. Потом в том году зайчики, кролики тоже много заказывали. И вот я приготовила пенопластовый шар, но пока, к сожалению, только шар. Потому что они у меня есть в наличии, а вот пряжи зеленой, тем более пряжи зеленой новогодней, для драконов у меня в наличии нет. Я решила заказать несколько разных вариантов. Заказала на Валберисе, потому что, опять же, там не надо платить за доставку. Да, сама пряжа чуть-чуть дороже выходит, но мне нужна по одному мотку. Поэтому я заказала несколько вариантов. И попробую, что у меня из чего получится. Пока даже не нарисовала эскиз. Эскиз только в голове. Ну, я вам скажу, что почему-то дракон для меня сложная игрушка. Тем более сделать ее в виде новогоднего шарика. Ну, как-то вот тигрят, зайчиков вообще не проблема была сделать. А вот дракончика пока у меня полного понимания и до конца оформленной идеи нет. Я, наверное, сегодня займусь, все-таки накидаю эскиз на листочки, а потом уже буду пробовать пока из того, что есть, из той пряжи, которая есть, потому что там что-то долго она будет идти, даже на Валберисе, несколько дней. И пока вот заказов нет, попробую сделать из того, что есть, хотя бы набросок игрушки, а потом уже дальше смотреть, что менять, что добавлять, что убирать. Но вот дракон для меня тяжеловатая игрушка. И знаю там, что просили и погремушку дракончика. Но погремушку, не знаю, мне кажется, их уже столько, этих погремушек. Ну, по крайней мере, мне попадается. Не знаю, как другим, мне попадаются погремушки. Довольно-таки красивые. И мне кажется, что нечего уже придумывать. Ну, хотя, конечно, что у каждого мастера своя погремушка. Но я еще хочу, вот помимо шарика, какие-то, ну вот, небольшие такие, может быть, брелочки. Ну, что-то такое. Ну, посмотрим, как пойдет. Потому что вот дракон как-то меня не сильно вдохновляет, скажем так. Меня вдохновляют драконы, которые вот такие, скажем так, более похожи на настоящих, а вот эти вот мультяшные, ну, и дракон, и не дракон, непонятно что. Так что вот пока что я собираюсь работать над новым новогодним сувениром, скажем так. И еще у меня есть в мыслях один сувенир. Я даже купила уже коробочки, но сейчас уже не буду показывать, в следующий раз покажу. Я их, если честно, даже еще не собирала. Хочу попробовать связать на свадебную тематику игрушки. То есть, например, там это парочка мишек или парочка зайчиков. И также на тематику как подарок маме. То есть там может быть мама, зайчик-мишка с колясочкой. Или мама-папа с колясочкой. Что-то вот такое. И нашла коробочки красивые. Получается там дно как бы, ну, обычное, а сверху закрывается прозрачным куполом. И такие хочу в плане сувениров тоже попробовать продавать. Ну, посмотрим. Потому что я вот почему у меня эта мысль возникла. У меня у брата свадьба. И я начала искать в интернете, чтобы вот такое интересное, прикольное им подарить. Честно скажу, сначала у меня даже не было мысли связать самостоятельно что-то интересное, прикольное. Но после того, как я в интернете абсолютно ничего красивого не нашла, у меня возникла такая мысль, а у меня как-то заказывали несколько лет назад, ну, правда, больших зайчиков заказывали на, в подарок на свадьбу. Там такая интересная была невеста в красном платье, мне нужно было зайчика связать тоже в красном платье. Ну вот, я вспомнила, что я ж вязала вот такой набор и решила сделать, попробовать
тоже в подарок, но вот маленькие такие небольшие, в коробочке в подарочной, все это упаковано, и прям вот и продавать это сразу наборчиками в коробочках. Но сейчас попробую, в ближайшее время, если у меня получится, то хорошо, покажу. Ну, если не получится, значит не получится. Вот, как-то так. Вроде бы ни о чем не забыла, все рассказала. Вроде бы да. Если вдруг что-то забуду, ссылки оставить, пишите, напоминайте, не стесняйтесь. Все, всем спасибо, спасибо за поддержку, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Всем пока-пока, до следующего видео.